Мощному артиллерийскому обстрелу подвергся микрорайон «Текстильщик». Произошло это в полдень. По предварительным данным МЧС и МВД, 5 человек погибли, около 10 пострадали. Под обстрелы попали более десятка жилых домов. Местные жители, говорят, слышали не один взрыв. Один снаряд был там, взорванный, и второй снаряд был здесь. Они как-то как два зашли. То есть это залп был. Залп был, потому что один и второй как бы одновременно взорвались. По данным военных армии ДНР, район «Текстильщик» был обстрелян из реактивных снарядов. Предположительно, удар урагана был. Во сколько, где, ну, откуда? Ну, где-то приблизительно минут 50 назад положили украинские войска ураган в районе магазина. Погибли люди. Различные повреждения получили 5 школ, гимназия и 5 детских садов. В дошкольных учреждениях в этот момент были дети. Нет, это было время, одета, мы кормили где-то двоих. Без ничего, посыпалось все. Воспитатели ребенка закрыли своим телом в коридоре, потом побежали мы в подвал, отключили эту печку. Потом все собрались, и с ним все живы. Но ни одного окна, ничего нет, двери поворачивалось, все. И на участке видели вы сами, там воронка огромная, которая... На детской снесла. Площадке. На детской площадке. Снаряды попали в клиническую больницу номер 27. Лечебное учреждение серьезно пострадало. В момент обстрела в больнице было много людей. 15-12. Выстрел с той стороны произошел, сразу повыбивало. Центральный, сразу повыбивало все. Вплоть до аптеки. И все стекла по всем этажам в отдельном месте. Много раненых сотрудников осколками. Погибших сотрудников нет? Погибших сотрудников нет. Сын только... есть у сотрудницы. А, у сотрудницы сын пришел на лечение. И он сейчас... Это он лежит, наверное, да, там под стеной, да? И руку оторвало. Одному парню плечо. А пострадавших много раненых? Так, осколками. Больше десятка. Да, осколками, да. Пострадали ближайшие магазины, ларьки и другие строения. Работники больниц, школ и детских садов убирают стекла и наводят порядок. Помогают им местные жители, военные и спасатели.